Мы сейчас обозначаем свою позицию, что мы придерживаемся этих принципов и приглашаем сторонников. Мы в ближайшее время объявим о собрании, учредительном собрании, и приглашаем всех тех, кто разделяет эти принципы, присутствовать и подписаться, и оказывать содействие в развитии этого движения. Ну, я думаю, лидер будет официальным выбором на учредительном собрании, конференции. А здесь сидят представители оргкомитета. То есть это люди, которые организовывали процесс. Они, к сожалению, не все, часть своих людей уехала, сегодня не могли присутствовать. Но здесь комитет. А лидер будет избран позже. Кто-то первый сказал. Ну, по-моему... Такого нет, да? Чтобы нет. Но вы сами же говорите, 10 лет люди об этом говорят. Это такое правило. Не вопрос, а такое сомнение. Это данный сценарий не написан руками Назарбаева? Первый. Второй. Вы сказали, что пройдет учредительный съезд или собрание, там будет избран руководитель этого движения. Можно ли того человека воспринять как казахстанским Путина? Поняли, нет? Я смешно. Того человека, который будет избран руководителем этого движения, в Казахстане. Честно скажу, я вот не люблю жить в режиме аналогии, потому что, ну там, мне не нравятся слова, например, мочить, сортири. Там и так далее, да. Поэтому мне вот не нравится, когда ищут вот такого рода аналогии и ищут казахстанского Путина. Именно потому что, когда я говорю об аналогии, я почему-то эти слова вспоминаю. Вот. Что, Мухтар, тебе все говорят, что ты на Кириенко похож. Да, все время пытаются с Кириенко сравнить, там еще что-то. Я думаю, это, конечно, очень просто и удобно. Что касается харизмы, ну, я думаю, это вопрос восприятия. Мы здесь, ну, говорим о каких-то принципах, а не харизме, да, и ищем сторонников. Конечно, здесь профессиональных политиков нет. Да, наверное, есть в этом смысле определенная проблема. Ну, будут, наверное, еще лидеры, которые, скажем, найдут виновата, как вот здесь один из присутствующих. Если виноватых найдет, тогда все будет нормально. Вот. Но мы этого хотим избежать. На самом деле, еще раз хочу повторить, эта учредительная конференция, она выберет лидера и обозначит основные ориентиры, сейчас которые мы предлагаем ваше внимание декларации, это проект. Поэтому именно поэтому есть определенная незаконченность, наверное, наших слова, потому что мы сейчас представляем только оргкомитет. Оргкомитет, понятно, не может являться полнокровной организацией. Спасибо. Нет, ну на самом деле это только начало же, Мухтар Кабулович правильно говорит. Сейчас, если сейчас знать ответы на все вопросы, которые многие из вас задавали, тогда может и собирать не надо. Я бы просил заметить, что среди нас нет генералов и бывших работников Фойс-проекта. Нет, я имею в виду часть аналогии. Это ответ на аналогии. Если 17 случаев. Если у вас генерал, он попробует. Дело не в Конечно, и дело ниоткуда человек. Спасибо.